Собака – это не только друг человека, но и верный помощник на государственной службе. Инструкторы кинологической службы УФСИН приехали в гости к воспитанникам детского дома «Ровесник» с подарками и показательным выступлением. Мы покажем для ребят общий курс дрессировки, то есть это послушание служебной собаки и специальный, ну, один из комплексов специальной подготовки, который используется в службе кинолога. Это будет задержание и конвоирование с лобовой атакой. Сотрудники ФСИН подготовили для ребят интеллектуальную викторину с вопросами про четвероногих. На коллективное обдумывание ответа – 1 минута. В награду за знания – мягкие игрушки и подставки для книг к новому учебному году. У нас своя собачка в детском доме, детки очень любят собак. Вы знаете, это немножечко успокаивает ребят, и в то же время это и друг человека, и поэтому каждый ребенок, обратите внимание, они не отходят просто от собак, и очень благодарна за это. Самая зрелищная часть встречи – демонстрация навыков дрессировки. Овчарки неукоснительно исполняют требования инструктора. Слова и жесты понимают мгновенно и безошибочно. Дисциплина на самом высоком уровне. Без приказа собака не двинется с места и уж точно не станет нападать без команды. В учреждениях, ну, УИС – это по розыску наркотических веществ, взрывчатых, а также есть кинологи, которые сами у нас еще не ввели, практикуют поиск этих сотовых телефонов. То есть сами занимаются кинологи. Сложная работа человека и собаки вызывает восхищение у юных зрителей. Кинологи пообещали воспитанникам детского дома вскоре обязательно вернуться. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ, Иваново.